В зимнем парке на скамейке ангел в Питере сидел, наблюдал за снежной змейкой. Нет других сегодня дел. На странице его книги белый лег с утра снежок. Он не мог руками двигать и читать ее не мог. Вдруг услышал, где-то рядом кто-то тоненько чихнул. Ангел парка кинул взглядом, чей-то хвостик тут мелькнул. Белый, маленький котенок, рядом с деревом сидит. Он совсем еще ребенок, и такой печальный вид. Потерялся бедолага, как найти ему семью? Понял ангел, срочно надо помощь предложить свою. В это время по тропинке дочка с мамой шли гулять. Ангел тут же без заминки начал крыльями махать. «Посмотри-ка, мама, это ангел, он живой!» И девчушка подбежала, шарфик протянула свой. Он от снега стал весь белый, сразу видно, что замерз. Подошел котенок смело, тычет ей в сапожки нос. Так однажды дочке с мамой друга обрести помог. Питерский, обычный самый, на скамейке ангелок.